Подруга, это не та, что тащит тебя пьяную из бара, а та, что ползет рядом с тобой. Нижний Новгород, по вашим просьбам, отдел посылки. Представила я такую картину. Татьяна ползет с подругой из бара. У меня нет подруг таких. Поэтому ты не ползаешь. И по барам я не хожу. Так, ребят, значит, какой формат будет? Посуд на самом деле много. Раз. Дим, видно? Два, три, четыре, пять. Плюс шесть и семь. Показываю производителя, саму тарелку, цвет и говорю, каких размеров есть еще. И диаметр. Ну, кто не будет успевать с ходом событий, есть там тайм-код. Тайм-коды в помощь. Но он сразу не сразу появляется, он да, в течение через некоторое дней. Время. Так, погнали. Значит, сейчас у нас линия тарелок, которые представлены только пачками. Что это значит? Что если вы купили тарелку нежно, красивого, мятного цвета бисерга, вы ее грохнули об пол, извините, вам придется покупать еще 4 таких, чтобы грохать дальше. Тарелки бисерга. Сначала показываем цвет. Это у нас, во-первых, стекло. Ну, я еще. Да, давай. Стекло закаленное, очень хорошего качество, Made in France, производится на одном заводе с Luminarc, известной маркой французской посуды, которую очень любят российские хозяйки. Можно использовать в СВЧ и мыть в посудомоечной машине. При этом она не идет трещиной, как, например, тарелка Fairglick. А бюджетная. Есть ли деформация, как от керамики, или она идеально ровная? Она идеально ровная. Uh-huh. Это стекло, это тот же офтаст, только цветной. 349 рублей за 4 тарелки. Диаметром 21 сантиметр. Точно такие же тарелки, 399 рублей. Диаметр 25 сантиметров. Вот, один в один, только большого размера. Так, едем дальше. У Бесерги есть еще миски, 399 рублей за 4 штуки. Диаметр 20 сантиметров. Та же светлая бирюза. Раньше был еще такой красивый зеленоватый оттенок, но сейчас нет. Хотя светлая бирюза очень похожа на мяту. При этом, смотрите, Бесерга с одной стороны полностью матовая, с другой такая вот глянцевая, гладкая. Диаметр сказали? 20 сантиметров. Отлично. Диаметр. Так, Made in France. Сейчас мы отогнем вот такую вот штучку. Не пожалеем копытца. Закаленное стекло, натриевое кальция, силикатный сплав. Дальше. Байкиг. Тарелка десертная, тарелка глубокая, тарелка большая и блюдо. Блюдо, кстати, отдельно продается. Значит, вот они, Байкиг. Это единственная, в принципе, черная посуда в Икее. Раньше она продавалась штучно, сейчас, увы. Имейте в виду, царапины появляются, ну, я бы сказала, быстровато. Она, с одной стороны, тоже матовая, но вот эти вот залапы прям вот бешено на ней остаются. Имейте это в виду. То есть вот эта вот черная посуда. Но она больше залапа с внешней стороны, я предполагаю. Со всех сторон она залапана. Да, и так, и так. Ценник не бюджетный. Значит, тарелочка диаметром, размер 18 на 18, они квадратные. Стоит 549 рублей за 4 штуки. Сделана она тоже во Франции. И она у нас, сейчас скажу, просина варвар. Вандал. Вандал. Она сделана из закаленного стекла. Натрия, кальция, силикатный сплав. Так, а дальше это тарелки 25 на 25, 750 рублей, все то же самое. Глубокая тарелка, вот так хочу показать. Я не знаю, кулак мой, что ли, может быть, какую-нибудь штучку маленькую возьму в руку. Есть ли какая-нибудь коробочка? Не, мы вот с чем будем все снимать, с кружкой Fairglick. А удобно были будет? Так, давайте будет. Потому что я не могу высоту померить. И в описании этого нет. Я не знаю, просто как. Ну, в общем, ребят, давайте, вот, смекалку вот. Проявите. Примерно сантиметров 5-6. Но мы сейчас каждой тарелке всю глубину будем показывать. У нас обзор на 2 часа выйдет. Ну, а на сайте нету случайно глубины-то? Мне кажется, должно присутствовать. Может быть. Размер 20 на 20. Высота, угу. Высота упаковки разделить на 4, кстати, как вариант. Так, дальше. Большое блюдо 299 рублей. Продается штучно. Тоже уже радует. Ну, вот, кстати, о чем я говорила. Царапинки. Секундочку. Мы сейчас постараемся заметить. Ну да, что-то. Целься глазом. Есть, есть. Прицелился? Замечено. Так, переходим плавно к линейке Fairglick. Сразу скажу. Fairglick очень быстро покрывается
Все в порядке? Да. Фергрик очень быстро покрывается сеточкой, и она очень колкая. Она самая, практически самая дешевая в Икее. Продается фергрик весь штучно. Сейчас перед нами цвет светло-зеленая керамика. Значит, тарелочки у нас эти делаются в Таиланде, и у нас каменная керамика, друзья. 21 сантиметр, 99 рублей плоская тарелка, 27 сантиметров, 149 рублей. Глубокая. Ну. Или меня глаз обманывает меня, или оттенок разный между большой тарелкой. Одинаковые, цветовая это. Цвет разный. Одинаковые. Ну да, просто под разным углом, короче, да. Стоял. Что, Дима, аж затупил, господи. Ну, да, я смотрю, вот это она более в теплый оттенок, когда и другая в холодную. Так, глубокая, 24 сантиметра. Ну, такое довольно-таки массивное блюдо. Раньше Дима из таких кушать любил с большим. Да я и сейчас не против. Не кормит. Да, просто не дают. Так, все то же самое есть в цвете бирюза. Еще вот такие моменты учитывайте, пожалуйста, не выносите, ради бога, мозг посредникам и сотрудникам Икеи. У для фергрика это норма, вот так слегка потертые края. То есть вот такая, такой сплав каменной керамики, не сплав сейчас докопается, вообще каменная керамика не позволяет немного докрасить. Ну, опять же, да, ценовой диапазон бюджетный, поэтому ее глазируют вот более дешевым способом. Вот и все. Значит, точно такие же размеры, точно такие же цены, только уже в голубом цвете. Есть еще темно-синий цвет, темная бирюза он называется. И также представлены все тарелочки, ну, в зависимости от магазина, друзья мои. А кружечки мои. И кружечки к ним в цвет. Но кружечки это не в этом обзоре. Хорошо. Дальше едем. Куры по скидке сейчас, декабрь 2020 года, 59 рублей вместо 129 рублей. Надо Аленке таких тарелок купить, она же такого размера есть. Значит, это ограниченная линейка Хелстект. Каменная керамика, цветная глазурь. Сделана в Румынии, Романия. И она не типина белая, она очень по оттенку похожа на вардаги. Вот, вместо фергрика белого пришла линейка не особо давно, Flitighet. Все то же самое, друзья мои, тарелка глубокая, тарелка десертная. И единственное, что кружки фергрик, которые по уму должны быть точно такие же, как и тарелки, по цвету отличаются. Дима толкает, чтобы уберите, показать, а я кружку толкаю. Это говорит, в следующем обзоре будет. Нет, я хочу по цвету показать. Сейчас мы сейчас покажем, будет глубину. Ну, давай, тащи свою кружку. Не понесу, я беру. И, кстати, они все на сантиметр меньше, чем фергрик. Вот. А линейка Винтер, мы про нее рассказывали в новогодней коллекции, это ограниченная серия. На нее шибко обращать внимание, ну, как бы, неизвестно, да, через сколько вы будете смотреть. И она осталась в малом количестве. Это лимитка, и это у нас ручная Скажи, работа. Давай для истории расскажи. Давай. Каменная керамика, цветная глазурь. Сделана в Таиланде, ручная работа. Три вида. Это большое блюдо, средняя миска и малая миска. За счет очень интересной формы и вот этой, да, ручной гончарности, которая присутствует. Да, ну, вот небольшой рельеф. Серия смотрится безумно красиво и очень достойно. До распродажи, я думаю, вряд ли доживет, потому что вообще вся новогодняя коллекция в этом году до распродажи не доживает. Очень быстро разбирается. И, соответственно, за счет того, что это ручная работа, тарелки и миски все разной формы, одинаковых не будет. И тарелка то же самое, но Татьяна уже показала. Показала. А, так, дальше. Тарелка из определенного вида пластика, перерабатываемого безопасного, Тальрика. 2200 за 4 тарелки. Сейчас расскажу, что у нас. Здесь у нас полилактит. Кто в курсе, что такое полилактит, расскажите, я умничать не буду. Полилактидные тарелки, 4 штуки, 20 сантиметров диаметр, высота 5 сантиметров. Где сделано, непонятно. А, Тайвань, вот даже прописано. 70 градусов мытье, выдерживает СВЧ. Это безопасный вариант альтернативы пластику. Я, может, прослушал диаметр. Спишь? 20 сантиметров. Посудомойка и СВЧ. Эх ты, Ван Дам. Я Ван Дам.
Так, 4 штуки. А дальше. Значит, из этой же линейки Тальрика 19 сантиметров темно-синие 4 тарелки. Все, ребятушки, то же самое. СВЧ. Нагревать пищу до 100 градусов. Мыть в посудомойке до 70 градусов. И в этой же линейке уж заодно и кружки. Безопасный пластик, он еще и не бьется, он еще и крепкий. Скажем, нет одноразовому пластику. Он даже не колется, скажем. Попробуй. Пойдем дальше. Дальше. Любимая всеми серия IKEA 365. И очень радует, что у IKEA 365 появились новинки. Это самая белая линейка в IKEA. А, ты мне туда показала мне пальцы. Вот она. Погнали? Давай. Тарелка IKEA 365, 27 сантиметров. Сейчас сразу говорю, где производится наше добро. Производимся мы в Румынии. Полевошпатный фарфор – это уже следующее, после каменной керамики. Дима сейчас покажет вам выступы и форму. 229 рублей 27 сантиметров. Это единственная линейка, у которой есть маленькие тарелочки. Вот такая тарелочка 15 сантиметров, 99 рублей. Форма, как у большой задней части. А дальше, 169 рублей 20 сантиметров. Раньше, ой, как мы ее много возили, и как она дешевле стоила, и как на нее часто скидки были. Ну, увы. А потом пробежимся. Вот эти, кстати, чем хороши эти тарелочки, их можно использовать и как блюдечки. Под кружки в серии есть еще и кружки. Значит, глубокая тарелка, миска. Их 3 диаметра. И они отличаются формой. В отличие, кто-то с оценки принес. В отличие от, ну, как есть круглая, есть вот такой прямоугольной формы. За 149 рублей 17 сантиметров с прямыми стенками. Высота 6 сантиметров. Можно использовать как порционный салатник. Дальше. 249 рублей. Высота тоже 6 сантиметров. Разница в диаметре. И 399 рублей. 28 сантиметров. И высота тоже 6 сантиметров. Но за счет диаметра смотрится это все гораздо больше. Вот таких 3 мисочки. Дальше. Миски помимо таких прямых стенок есть круглые стенки. И их тоже 3. 13 сантиметров диаметр с округлыми стенками, 120 рубчиков. Высота тоже 6 сантиметров. Кстати, да. А кажется, как будто такая большая, да? По высоте одинаковая. Точно такая же, 19 сантиметров, новиночка, 299 рублей, возвращается обратно. Еще имейте в виду, у них вот такая ножечка есть. И, ребята, большая, прям огромная салатница, 369 рублей, 22 сантиметра. Так, это миски. Дальше у IKEA 365 есть блюда. А блюда у нас, друзья, в трех размерах представлены. Ну, давайте сразу к выставочнику подойдем. Блюдо. 199 рублей стоит такое блюдо. Размер у него, по-моему, если я не ошибаюсь, 19 на 10. Очень нас в России любят под селедочку себе. Или еще под что-нибудь. А дальше, следующий размер 249. 24 на 13. Высота края 4 сантиметра. 250 рублей. 449 рублей. Высота 4 сантиметра. Длина 31, ширина 17. И большущее блюдо. 38 на 22 на 4. Чтобы далеко не уходить. Тарелка с отделениями, по-русски минажница. Столовница. 499 рублей. Раз отделение, два отделения, 3, 4. Размер 31 на 19. То есть сделано все, как я говорила, в Румынии. Весь рот уже засох, как, пока долго говоришь. И вот такие вот подставочки под яички. Только надо их найти. Где они? 129 рублей. 5 сантиметров с округлыми стенками. Подставка. Набор. Высота 3 сантиметра, диаметр 5 сантиметров. Чего их нет дома? А? Почему их нет дома? Есть. Я в Смольном. Джингл бэнс. Дальше там это как по-английски. Давай, продолжаем. Тарелка Вердеро. Господи, голова кружится. Тарелка Вердеро, кстати, точно такая же белая, как IKEA 365. Прямо вот, да? Поднесу сюда. С
совершенно спокойно можно комбинировать в одну серию. Просто они разные формы. Вердеры – это тоже такая смешанная серия. Здесь есть и квадрат, и немного разная, такая неквадратная форма. Интересно сказала, да? А, значит, 18 на 18 тарелка – 149 рублей. Что такое? На выставочнике это есть. Чтобы камеру не мотать, фокус не терять. А. Да, веревочка. 149 рублей, 18 на 18. Давно выставочники пожелтели. Румыния, то же самое. А, полевошпатный фарфор. То есть это аналог IKEA 365, только другой формы. А дальше, следующее, это миска. Тарелка глубокая, 20 на 20. 249 рублей. Смотри, форма какая за этим. И большая тарелка, 279 рублей, 25 на 25. То есть три тарелочки в этой серии. Дальше мы переходим к линейке, которую очень любят дорогие рестораны. Серия называется «Шин». А, тарелка из двух штук, 1600. Они, смотри, все, Дим. Во-первых, все очень красиво упакованы. То есть их можно дарить. Они продаются по две штуки. 22 сантиметра диаметр. Сделана красота сия в Таиланде. Это сделано в сентябре 20-го. Значит, востребовано. А дальше миска сервировочная шин. Она тоже в коробочке, но здесь ее сейчас почему-то не видно, ну да бог с ней. А, то же самое. И размер 16 сантиметров. Лодочка такая, да, красивая? Хоп. Товары серии шин с плавными изгибами сделаны из костяного фарфора. Это прочная посуда для повседневной элегантности. Дизайнер Эллен Юхансон. А дальше еще одна миска. Нет, это тарелка глубокая, комплект из двух штук, 1800 стоит. Размер, ребятушки, 24 на 2, диаметр 24, 2 сантиметра высота. Так интересно сделаны боковушки, как будто гораздо это. Вот так смотришь, как будто здесь меньше поднимаешь. Одинаково, да? И 2300 стоит набор из двух тарелок 28 сантиметров диаметра. То есть, скажем так, не бюджетно, а по стоянку. Очень красиво смотрится. Интересно. Она неправильной формы, и тем она это прям завораживает глаз. Да, то есть хочется прям вот как-то ее так крутить, смотреть. Очень хочется не то, что крутить, а сделать красивое блюдо. Поэтому, наверное, рестораны ее и любят. А дальше. Как кульку ему положить посередине тарелки, и я должен этому наесться, да? Продолжаем разговор. Формидабель. Несколько видов тарелок. Дим, проще здесь снимать, они раскиданы. Значит, смотрите, это тоже ограниченная такая серия из полевошпатного фарфора. Чем отличается? Отличается она тоже необычными формами. Внутренними и внешними. А, значит, у нас тоже Румыния. Та же глазировка, как у IKEA 365. Мисочка стоит 249 рублей 16 сантиметров. Цвет такой нежный, такой прям вот слегка намазанный зеленый. Светло-бежевая маленькая тарелочка 199 рублей 18 сантиметров. Дальше голубая миска. Глубокая тарелка 20 сантиметров. Особенная отличительная особенность от других. Внешний радиус круглый, а внутренняя часть квадратная. Ромб, квадрат, шестиугольник. Да. Все что угодно. 28 сантиметров, 399 рублей. Цвет светло-серый. И есть еще розовая красоточка. Вот она. А нет, увы, нету. Была розовая. Это Динейро. Сорян. Ну все, Татьяна Павловна, много обзоров снимать нельзя, заговаривается. А дальше. Ограниченная тоже серия. Крустат. Крустат. У нас тарелка десертная, миска и большая тарелка. Была похожа на новогоднюю коллекцию года 3-4 назад. Миска 14 сантиметров, 229 рублей. Полевошпатный фарфор, цветная глазурь. Высота у нас 7, диаметр 14. Пока ты ищешь, я хочу спросить. Румыния. Хочу сказать, пожалуйста, IKEA, спасибо за то, что она делает фоновую музыку в этом году иную, а не Фрэнк Синатра. За которого в том году я до слез плакал. Да выключите это. Вот, там уже сервис снизу выключился. Как повеселее в этом году. Давай. Продолжаем. Дальше маленькая тарелочка десертная. 229 рублей. Диаметр всего 16 сантиметров. Очень красивый переход круговой. И большая уже, видишь, ромбиками. 299 рублей. Мыть.
Греть. Или не мыть. Или не мыть. А мисочка вот такими ромбами. То есть все три предмета разного цвета. Самманкопала и спорадиск. В общем, это ограниченные серии тарелок. Не знаю, зачем Икея по одной тарелке вводят, но не нам судить. Значит, спорадиск. Это у нас, друзья, поливошпатный фарфор, где сделаны шиш-мыш и жареная гвоздь. 149 рублей сейчас. Румыния. В общем, все то же самое. Икея 365, только с рисунком. Кстати, дешевле, чем просто Икея 365 на 20 рублей сейчас. И а полосатый? Вот это. Это линейка, которая, уже. Да, бангкокская. Закаленное стекло. По-моему, тоже Франция. Да, Франция, тот же завод, просто уже нанесен рисунок. 169 рублей. Имейте в виду, это ограниченка. Если вы хотите как блюдо какое-то красивое использовать, берите, потому что тупо потом не будет. Да я смотрю, особо его не разбираю. Не кинулись. Да. Так, дальше едем. Гладелик. Гладелик у нас дизайнеры Найк Карлсон и Микаэль Аксельсон. Кто из них кто, непонятно. Каменная керамика, Китай. Тарелочки продаются парами. Вот такие блюда. Вот такое блюдо. Получается 549 рублей. Тарелка из двух штук, 20 на 13. Отличительная особенность линейки. Нет, к сожалению, выставочника. Показывать будем на кружке. Во-первых, вот этот цветопереходный край. Кричневинка, как будто кофе, оставшийся на кружке. Очень красивые переходы серые. Вообще, я люблю вот эти кружки. Мне эта серия очень безумно нравится. И достойно смотрится. Согласен, Пятачок? Чё? Ладно, ладно, Винни-Пух, не ворчи. Сейчас у меня муж перестанет с камерой ходить и меня стукнет. Слушай, а только эти миски остались. Получается, больших-то пока нет. Они вышли из продажи, насколько я помню. Вернут или не вернут, неизвестно. Дальше у нас линейка Кейсерлик. Это тарелка десертная из двух штук и миска из трех штук. Вот миски очаровывают, согласись? Не поспоришь. Мимимичности. Значит, три штуки, 299 рублей, это по 100 рублей мисочка, диаметр 10 и количество 3. Сейчас мы смотрим. Объем? Объем тебе еще. Нету? Ну, должно быть. Ну, нету. Ну, должно быть. Нету, в Китае сделано, нету. Ни в СЛ-ах, ни в чем объем. Еще кто пользуется, рассказывайте, сколько объема. Мы не знаем, у нас такой линейки нет. И тарелочки. Как варионетки у нас тут. Все, посмотрим. Смотри, какая форма интересная. Маленький очень край, 18 сантиметров, цвет бирюзовый, 349 рублей, две штуки. Вот он вы, задняя сторона. И даже есть салфетки из этой серии. Так, пойдем в Динейру. Так, наша любимая Динейра, которая поменяла не особо давно кружки и стала биться еще больше. Но я ее люблю, это каменная керамика, в ней кружку держишь и тарелку берешь в руки, она прохладная, а внутри горячая. Во-первых, у Динейра появилось вот такое, я бы сказала, офигенское блюдо. По-другому просто не скажешь. А посудомойка и СВЧ, соответственно. Еще можно было в духовку ставить, было бы он еще закаленный, цены бы ему не было. 449 рублей, 29 сантиметров, каменная керамика, цветная глазурь, высота 6 сантиметров. Где у нас сейчас Динейрушку-то производят? А производят ее в Китае. Так, это бежевый. Миски еще есть бежевые. 14 сантиметров, 119 рублей. Вот сразу нельзя что-то нормально написать. Надо, чтобы все время кто-нибудь отковырял. Высота 6, диаметр 14. Китай. Так, розовый цвет. Ребят, Динейру, имейте в виду, ее практически нет. И она такими вот, да, рваными кусками. Но, тем не менее, покопаться давайте можно. Давайте вот краешки заберем тарелочку. Это у нас, друзья, две тарелочки. 20 сантиметров 119 рублей и 179 рублей 26 сантиметров. Цвет нежно-нежно приглушенно-розовый. Из минусов Динейра со временем царапается, но очень хорошо по износу стойкости, трещины не появляется. Ну и, соответственно, хрупковатый в плане вот сколота. А это тарелочка? А? А они вон там представлены. Пойдем сейчас вот по этому ряду пройдемся. Пойдем. Так, продолжаем тарелки. Конечно, логичнее было начать с них, но они нам были не по ходу. Это серия Open, самые бюджетные в IKEA серия. 29 рублей вот такие мисочки. Сделаются в России. Это у нас
натрий-калиевое силикатное стекло, только не покрашенное. А в последнее время очень жалуются покупатели на искривленность грани вот этой верхней. Бывает, она овальная, не скол идет, а прям как будто, не знаю, ну, не долетит, может быть, ну, что-то. Возможно. 5 сантиметров, диаметр 4. Поэтому при покупке, ребят, смотрите на грани. Дальше едем. 39 рублей 19 сантиметров. Тарелка глубокая. Ребят, все то же самое. По высоте она на сантиметр побольше. Разница больше, в принципе, ни в чем нет. А пойдем дальше. Тарелка плоская. Вот она, кстати, у нас несколько раз билась. Прямо в руках из посудомойки. Ой, посудомойки. Из микроволновки достаешь. 23 сантиметра, прозрачное стекло. На поминки берут раздавать по 40 штук. Дальше. Офтаст. Та же Франция. Тоже натриево-калиевое силикатное стекло. А нет, офтаст стали делать в Китае. Из Франции его забрали. 15 сантиметров миска. 49 рублей. Высота 5 сантиметров. Классическая белая посуда, здесь матовая, здесь глянцевая. Честно, очень люблю ее, у нас давно, и почему-то не бьется, да? Хотя периодически падает. Дальше. Уфтас, тарелка глубокая, 59 сантиметров. Тоже как будто кривоватенькая, да? Вон прям вот тут, о, вот. А увидеть ты можешь прямоту, как? Кривизну, прямоту. О. И вот так будет болтаться, да. По плоскости. Вот, смотрите. Переели, заворачивали. Все, Китай. Все что угодно написано, кроме того, что надо. Диаметр 20 сантиметров, высоты нет. Дальше плоская тарелка. Плоская тарелка у нас сейчас стоит 49 рублей. А, кстати, плоские по 40 из Франции, получается, ее потихоньку заменяют. Тихаря. О, идеальная. А Франция? Идеальная. Вот потом, ребята, не говорите, что не зависит страна, да, производителя, да? Вот высокая у нас, как играет, из Китая. Да. И Франция плоская. Миски тоже Китай. Ну, вот миска нормальная. И это, наверное, нет, в среду сделано. Выходной был, да? Не выходной, это посередине рабочего дня. Так, смотри, Бесерго есть еще миски, точно такие же, в голубом цвете. Просто больше нет ничего, ни средних тарелок, ни глубоких тарелок. Дальше, у линейки Фергрик есть, ребята, еще миски. Фергрик мы вам уже показали. Я вам показываю одну миску, цвета все то же самое. Значит, сделал наш Фергрик в Таиланде. Вот на скотч нахрена лепить, потому что следы потом остаются. Вот это уже мракобесие, я считаю. Прям след клеевой остается. Неужели нельзя вот так сделать? 7 сантиметров высота, диаметр 16 сантиметров. Цвета, как у тарелок. Бирюза, темно-синий, салат. А белый – это уже линейка Flitic Head. Кстати, часто спрашивают, чем Flitic Head отличается от Фергрика. А вот, ребят, смотрите, формы. Сюда, кстати, умещаются 3 огромных половника супа. И мужскую единицу можно накормить из этой миски. Какая у тебя картинка красивая. Когда я в кадре не бегаю, да? Да, вот прям вообще идеально. Все бы хорошо, только Татьяна Павловна мешать снимает. Да, по-любому. Мешает снимать. Все, я сегодня заговорил. 6 сантиметров, диаметр 14 сантиметров. А мы дошли до сервизов, то есть фактически это то же самое, только упакованное в коробку, когда вам нужно, например, сделать подарок. Если садиться, заморачиваться, пересчитывать, разница плюс-минус 100 рублей, незначительно, но это все в коробке. Имейте в виду, аккуратно, вот эти места вы можете увидеть, нижнюю часть вы не увидите. Поэтому, если внизу какие-то сколы, вы спокойно можете это отнести, это будет возврат. Сейчас вообще у ИКЕА с возвратом туго, так как не хватает сотрудников, и все это процесс очень долгий. И плюс придумали новую фишку с вашей старой мебелью. Да. Хотите рассказать, Татьяна Павловна, поподробнее об этом? Что расскажет Татьяна Павловна? Привозишь, ИКЕА оценивает, дает подарочную карту, идешь ее тратишь. ИКЕА может оценить от 10% стоимости данного товара до 60%. Все зависит от того, насколько сотрудник сервиса. Вот и все.
Так, значит, в сервиз из 18 предметов входит 6 мисок, 6 больших тарелок и 6 средних тарелок. Миска у нас с прямоугольными стенками. Полевошпатный фарфор, мы вам про него уже рассказывали. 17 сантиметров, тарелка 20 сантиметров, тарелка 27 сантиметров. А чем удобно, если разбили, купили сервиз, разбили пару штук, можно спокойно докупить штучно из... Так, фергрик точно так же есть упакованный в сервизы. Значит, в сервиз фергрик стоит, входит миска, входит тарелка диаметром 21 сантиметр, тарелка диаметром 27 сантиметров. По 6 штук, итого сервиз на 18 предметов. Так, дальше. Вердера тоже, ребят, упакована в коробуху. Здесь у нас входит как раз все три предмета, которые есть в линейке Вердера. Квадратная тарелочка, глубокая тарелочка и большая тарелочка. Опять же повторюсь, не доплачивать за упаковку, взяли целиком, понесли, если вам нужен готовый сервиз. Идем дальше. Так, эти мы уже показывали. И Динера. Миски Динера в нижнем есть всех цветов. Темно-серые, розовые, беж и серые. Они вот, наверное, все, да? Вот серая, светло-бежевая, розовая. Цвета, чтобы ты показал. И вот темно-серая и светло-серая. Значит, Динера миски у нас все сделаны, как я уже говорила, в Китае. Высота 6 сантиметров, диаметр 14 сантиметров. Это у нас каменная керамика, покрытая цветной глазурью. Переходим мы к линейке Варданин. Варданин, кто как ее называет. Это единственная посуда, которая в белом оттенке, ни шиша не белая, она беленая. Тарелка десертная, белый с оттенком. Значит, на данный момент представлено два вида. Вообще, говорю, сейчас плоховато стало с посудой. Сам видишь, да? Не все, есть прям просады. Значит, потому что в Варданине и к ним блюда были, и миски большие были, сейчас ничего нет. Тарелка 26 сантиметров и тарелка 21 сантиметр. Обе плоские. Смотрим, кто у нас. Это каменная керамика, цветная глазурь, сделана в Таиланде. Тяжеленькая, как Динера, за счет того, что это каменная керамика. Ну, кстати, Вардаген, если вас по цвету устраивает, она очень хорошо эксплуатируется. Она не покрывается трещинками совсем. А, нет, я зря это поклеп-то веду. Вардаген-то весь есть. Вот что значит в родной магазин вместе не приезжать снимать по другим магазинам-то. Вардаген, друзья мои, у нас двух цветов. Это темно-серый, он ближе к такому серо-коричневому, я бы его даже назвала. Здесь у нас миска. Миска 15 сантиметров. И здесь у нас тарелка. Тарелка 21 сантиметр. Тарелка 130 рублей, миска 100 рублей. Каменная керамика. 7 сантиметров высота, 15 сантиметров диаметр. Все то же самое. Та же страна-производитель. Так, значит, большие тарелки мы вам показали. Есть еще миска точно такая же, как коричневая. И есть еще, ребят, здоровое, огромное мисище. Прям 24 сантиметра, 450 рублей. В этой серии есть масленка и есть еще молочник. Но молочник Вардаген, а масленка Спрай. А по цвету они безумно похожи. Ну, немножко Спрай отличается. Значит, на блюдо 400, раз мы конкретно по тарелкам бежим, да? Да. Блюдо 499 рублей. Ты чей? Северный тюлень. А северный тюлень у нас из страны Таиландии. Значит, вся линейка из страны Таиландии. Так, значит, у нас дизайнеры Хенрик, Вибек, Найк и Юва. Вот Юву я могу опознать. Остальные кто-то где-то. Вот оно в сервировке, как это выглядит. Да это уже банда. Банда дизайнеров лепили тарелку. А сельскоплик, на который так в этом году накинулись, кстати, фужеров Димы нет, мисок с крышками нет, разобрали все к фигам. Печалька. Народ прям ухотится за ней. Пойдем теперь. А радиус, свет, шмет, полно. А, не, ничего не скажу, я пошла, я ложки нашла, 4 штуки новых. Икея дешевеет. Так, значит, ребят, это стекло. Можно подавать десертные красивые закуски. Очень напоминает мамин сервиз из стены. Из прошлого. Да, 7 сантиметров и 15 сантиметров. 7, 15. Где у нас сделана сия красота? Сия красота сделана во Франции. На том же заводе стеклянных изделий. Давайте проверим плоскость.
не придерешься. Мы хотели, готовились к обзору топ самых нехороших товаров из IKEA. Мы немножко пока отложим на более поздний срок, мы еще готовимся, не до конца собрали материал. Но отмечу одно, раз мы рядом стоим с этим предметом, ну что скажу я, ладно. Вот такую фигню не берите. Почему? Ломаются ручки. Красиво, но не функционально. Да, жалуются. Вот сама часть соединяется с металлом, она по каким-то нелепым обстоятельствам, может она на клею, скорее всего, да, она на клею, наверное, и при больших температурах, возможно, от мойки посудомоечной машины она... А красивая? Согласен, и мутнеет. Да? Да. Когда она друг друга обтирается, она уже не становится глянцевой. Ну, получается, появляются микроцарапины, и, соответственно, это абразив. Абразив дает матовый цвет. Продолжаем ли? Я теперь как дур все тарелки проверяю. Задал тренд. Трендец. Значит, линейка Medlem. Она, кстати, тоже выходит из ассортимента. Она такого грязновато-бежевого цвета. Сделаны мы в Таиланде, диаметр 22 сантиметра, каменная керамика и цветной глазури, нанесен рисунок. Точно такая же миска, друзья мои. Миска, тарелка стоит 249 рублей, и тарелка стоит тоже, как миска, 249 рублей. Такой рисунок, пылище на ней прям бешеное количество. Я думаю, что мне уже это, глаза-то все в пыли. А дальше, декорера, это остатки былой роскоши, это ограниченные коллекции. Практически уже нет этой лимитки. Ну, в общем, дань уважения, да? Это каменная керамика, Вьетнам. 21 сантиметр на 8. Тяжелая такая. А, так, вот эта мисочка, в принципе, плотненько вошла в ассортимент. Отерблик. Каменная керамика, цвет белый. Ну, сами видите, Никипина белый с оттенком. Походит к Вардаке, но более-менее по оттенку. Тоже сделано в Румынии. Кстати, такое ощущение, что в Румынии прям завод по посуде. А дальше миски. Энтузиазм. Вот на нем мы и работаем, на энтузиазизме-то. Энтузиазм. Но название соответствует рисунку. Ну да, Таиланд. А, количество 4, диаметр 12. Высота не прописана. Мисочки красивые. Смотри, цветочек, он еще и выбитый. Полосочка. Вот очень эти красивые цветочки. И точечка. И они все как набивные. А еще... Они приклеены, да? Нет, есть чуток. Прям хорошо гуляет. У китайцев с вьетнамцами плоховато с этим делом. Таиландцами. Таиландцами, главное, да. Так, ну а мы почти на финише. У нас осталось... Нет, там уже бамбуковый, или бамбук тоже будем показывать. Ну, бамбук, я не знаю, сложно применять повседневно. Они больше... Ну, там какой-то ши... Ладно, сейчас разберемся. А, так, дальше. Уплага. Это прям, ребят, стало отдельно. Хорошая, добротная серия. Красиво смотрится. Кто любит более классическую посуду, у кого по стилистике это подходит. То есть, начиная от кружки, заканчивая большими красивыми блюдами. Поехали смотреть. Цвет холодный, белый, чуть уходящий в серинку. Полевошпатный фарфор, сделан в Румынии. Значит, тарелка 22 сантиметра. Вот, они все вот с такими красивыми краями. Все. Цена 229 Хорошо. рублей. Издалека не видно, давайте поближе. Да. Дальше, 26. Тихо. Пока никто не видит. Что там пробежало между глаз твоими? Испугалась. 229 рублей, 22 сантиметра, 26 сантиметров, 230 рублей и 28 сантиметров, 270. Не надо больше так пробовать. 9 рублей. Это глубокая тарелка, самая дорогая. Это плоские тарелки. Ребят, я это... Можно я... вот так подвинуть и больше не трогать никогда. И вообще не подходи к ним. Миска 229 рублей, 16 сантиметров, высота 7 сантиметров. Я сейчас аккуратненько цветное что-нибудь возьму, а полушку грохну. И уйдем. И уйдем. Обдуваемый в рассвет. IKEA не хочет за сотрудничество платить денег. Мы будем бить посуду. А тоже Румыния, значит, блюдо 44 на 30, два вида, с рисунком и без рисунка. Разница в цене 200 рублей за, как раз за счет этого. Смотри, какое блюдо. Блюдень целый. Тихонечко. Еще раз покажите. Боится. Да нет. И десертная тарелочка точно такая же, друзья мои, как и
без рисунка. Ну, кстати, с рисунком без рисунка стоит одинаково 229 рублей. А еще у Плага теперь упакована в сервиз. А я АСМ никому не показываю сегодня, да, не стучу пальцем по тарелкам. Ладно, не будем бесить хейтеров. Значит, 18 предметов сервиз у Плага недавно появился. Здесь у нас миски. 3 штуки, здесь у нас десертная тарелка, здесь у нас большая тарелка, 4000 за 18 предметов. Ну, как обычно, считаем, вычисляем разницу, она там незначительная. Линейка Стримик, зеленая, к сожалению, Стримик ушла в распродажу, оставила нам за собой серую, розовую и синюю. Поехали смотреть. Значит, полностью, ребят, у линеек по 3 предмета в среднем. Пойдем сразу к выставке тогда. А вот выставка. Давай. Нет, я хочу посмотреть страну. Страна Чина. Чинанай. Давай. Каменная керамика, цветная глазурь. Погнали. 15 сантиметров. Очень красивые рифленые грани. Имейте в виду, темная посуда — это всегда лапы. Это за лапы. По-другому не будет. Диаметр 7 сантиметров. Не лапа, а разводы. Разводы. 21 сантиметр прям в одуванчиках. Или в шпажках, или в спичках, как хотите. Тоже каменная керамика. Точно такой же розовый цвет. Угу. Да-да. И точно такой же серый цвет. То есть все вот эти, да, и тарелочки есть, и тарелочка, и мисочка. По два предметика. Плюс у серой есть вот такая обалденная, большущая, красивущая миска. Выставка не до конца укомплектована, сейчас покажу. 499 рублей, 29 сантиметров. Высота 5 сантиметров. Странно, ровно, прикинь. А визуал как нет, будто... Нет, так кажется, потому что ты на коврик положила, да? А коврик немножко играет. Ну, как бы снивелирует неровность. А, а так неровность есть немножко, да? Ну да. Так, значит, это серая 29 сантиметров. Еще 27 сантиметров есть за 249 рублей уже плоская тарелка. Имейте в виду, вот это норма, да, как бы не прокрас, это особенность тарелок. Дизайнер Дженнифер Идризи. Опыт художника, керамиста у барышки. Работу мечты делала. Розовая большая тоже тарелочка есть. И еще, ребятушки, есть глубокая розовая. В других цветах не представлена. 249 рублей она у нас стоит. Диаметр 23 сантиметра, высота 5. Хороший блюдень, да? Такая же. Если был бы другого оттенка, я бы взял домой. Ну, не розовую. Ну, конечно, куда же мне так? Так, дальше. Офантлик. Офантлик приходил, уходил, постоянно блуждающая. Делается, кстати, в Турции, одна из немногих посудок. Дальше полевошпатный фарфор и глазурь. Она вся вот в таком рельефе. Вы в камеру сейчас уже можете его увидеть. Вот он. Значит, миска у нас 7 сантиметров на 13, тарелка 22 и тарелка 28. Давай смотреть. Давай посмотрим, турки могут или нет. Все, беру, подержу. Я, если говорю, что могут. Не только кошаками на стекляре сидят. Не, я посмотрим. Большую имел в виду. Маленькую все могут. Могут. Так, смотри, особенность. Выступ такой прям вот обрубающийся. Обычный тарелок, выступ плавно. Здесь прям вот как ножом рубленый, поэтому кажется, как такие большие края. Хотя по факту, вот, ну, диаметр, как у обычных тарелок. Смотрится интересно, комплект там тоже классный, сервизом отдельным не продается. Так, у нас остались миски. И, друзья мои, миски и все блюда Икеи, мы снимем отдельный обзор. Да, хорошо понемножку. Хорошо понемножку, потому что на самом деле обзор уже получился большой, и пропусти девчонок. Вот, поэтому сейчас мы прощаемся, идем отдыхать, потому что вот все пыльное уже после всех тарелок. Неприятно, как будто я реально ощущение, что я после поля. Хорошо, что это был последний обзор, я даже грязная вся. А, ребят, рассказывайте, какой посудой пользуетесь вы. У нас дома живет Динера, у нас дома живет Офтаст, и у нас дома живут Опены. То есть вот три линейки фэдриков немножко, то есть такая вот микса такая. А рассказывайте, что есть у вас, как вам нравится, не нравится, какие у вас кололись после микроволновки, какие не выдерживают СВЧ, какие не выдерживают перепады температуры. Это очень важно. Ну, мы, соответственно, при возможности, потому что, сами понимаете, времени у нас уже нет такого количества, чтобы отвечать всем, может быть, кому-то отметим. Я себя отмечу. Ваши комментарии с вашим опытом не только для нас ценно, ну да, для нас это тоже информация. Друг для друга. Но и с другой стороны, вы пишете также 60 тысяч подписчикам свою ценность вы отдаете. Давайте делиться. А те, кто компетентны в тех или иных вопросах,
я постепенно уже начинаю замечать, наши подписчики отвечают друг другу на вопросы. И мы безумно благодарны. Это очень радует. Мне это радует, что из обычных комментариев мы можем превратить YouTube-канал в небольшое сообщество. И делая форумы и другие вещи, где да? люди могут общаться, помогать друг другу. Да. Я был бы, конечно, безумно благодарен тем людям, которые начнут это движение. Не только мы советовать, а те, кто имеет опыт. Давайте делиться опытом. Вообще жадничать нельзя. Нужно делиться всей информацией. Для этого она нам и дается, чтобы мы ей делились. Все.